вами сегодня Саша Александров и Леша Новиков, и мы вам покажем, как ловить кроу. Кроу – это достаточно сложный прием, и даже у людей, которые достаточно давно фристайлят, он не всегда хорошо получается. Сложность, собственно, заключается в том, что он ловится вслепую, то есть диска в момент приема мы не видим. Мы вам расскажем пару приемов, как сделать так, чтобы он получался быстрее. Первое, что вы можете сделать, чтобы облегчить себе жизнь, это попросить кого-нибудь подержать вам диск на нужной высоте, примерно чуть выше плеча. И тогда вы можете почувствовать, как это вообще схватить диск в кроу. Будете промахиваться. Вот так. Это чуть-чуть вам поможет. Еще один прием, который можно использовать, это половить какой-нибудь, желательно, мягкий предмет, чтобы понять, как это схватить диск в воздухе вот в таком положении. Мы будем с вами пользоваться тряпочкой. Значит, мы его так комкаем и подбрасываем себе и пытаемся поймать. Собственно, вот так. Кроу – это зрелищный и очень классный прием, и надо его ловить часто и со смаком. Вот. Особенно он хорош во всяких комбинациях.